Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем «Сквозь баб» трек под названием «Петр Первый». Есть единственная проблема, да, во-первых, я понимаю, что, скорее всего, какая-то сатирическая вещь, очень интересно мне на нее взглянуть. «Братва, ваш саппорт дает энергию земли, альбом рингтонов дал урожай». Окей, предположим, трек вышел сегодня, в 2023 году, ну, не сегодня, 18 апреля. Вот, он даже подписан как new. Идет 2.30. Но здесь Genius показывает, что трек вышел 14 октября. Я захожу, и вот, пожалуйста, он входит в альбом рингтонов. Идет здесь 37 секунд. Ну, здесь типа какой-то такой прикольный альбом. Да. Просто из рингтонов. Так что я не знаю, это либо продолжение трека, то есть он там многим зашел, может быть, блять, какой, господи, вот, может быть, многим зашел, и поэтому он решил его продолжить. У меня, в общем, ну, нету представления, я, во-первых, этот трек ни разу не слышал, поэтому я не знаю, что это такое, и почему оно здесь. Ладно, ждем качественные сатиры. Погнали. Все. Я не знаю, что еще сказать. Ждем, конечно, сатиры. Сквозь баб, детка. Воу. Тут культура сильно тая, падают на пол. А я на балконе полуголый босиком. Волны, волны были, я не верю до сих пор. Что мне выпал джекпот, и вдруг стало так легко. О чем помолчать? Прямо сейчас уложу малышку на тихий час. А утром чао, 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 чао. А утром чао, 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 чао. Как работник гардероба потерял твой номер. Она зовет меня Петр, ведь я у нее первый. Я на холмах ее бедер, зай, успокой мои нервы. Молодой бэби-ловер самой далекой планеты. Убегу, как дядя Федор, опять свободный, как ветер. Я по ночам звоню тем, с кем есть о чем помолчать. Прямо сейчас уложу малышку на тихий час. А утром чао, 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 чао. А утром чао. Как работник гардероба потерял твой номер. Я не набирал так долго, был фатально одинок. Это мне не надо много, лишь билетик в мир. Просто будь моей волною, и я делаю дыру. Я не знаю, что сказать на самом деле. Вроде смешно, вроде не очень. И я не знаю, если честно. Мне не зашло. Есть пару смешных моментов, но такое же, что не очень, да? Мне вот прям вообще не зашло. Это интересно, это смешно, но не как трек, конечно, это слушать надо. Как-то так, в общем, хз, не очень. Ну что ж, а на этом все, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте ему лайк. Также обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. И обязательно оставьте какой-нибудь комментарий, потому что мне очень важно мнение своей аудитории. Ну а с вами был я, Афан, вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.